Как сообщает сайт «Блокнот Краснодар», туристы, решившие совершить морскую прогулку на моторной лодке, были удивлены неожиданно появившейся группой дельфинов. Как сообщает автор ролика, дельфины гонялись за лодкой, а затем обогнали ее. При этом млекопитающие постоянно выпрыгивали из воды. Интернет-пользователи в комментариях предположили, что это отвлекающий маневр. Видимо, рядом находились самки с детенышами.